Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Сегодня будет минутная вкуснота на завтрак из лаваша. Вот такой у меня лаваш, я его уже порезала на такие квадратики. Все готовится невероятно быстро, получается невероятно вкусно. Можно взять с собой на работу, в школу, на учебу, как перекус. У меня здесь сметанка, добавляю сюда немного кетчупа. Также возьмем любую колбаску, можно взять вареную, сосиски, у меня здесь вот сырое, сырокопченое немножко, помидорки, немного зелени и, конечно же, сыр. И готовим наши быстрые, моментальные пицца-рулетики из лаваша. Колбаску нарезаю небольшими кубиками. Отправляю в глубокую миску. Помидоры тоже нарезаю небольшим кубиком. Ну, примерно вот так. Отправляем все к колбаске. Можно также добавить по вкусу оливок или маслин, если у вас есть. Попробовать, например, поэкспериментировать с начинками и добавить корейскую морковку и копченую курицу. Я думаю, тоже будет вкусно. Взять с собой такой ролл, рулетик в школу, в институт. Всегда можно сытно перекусить и с вашей любимой начинкой. Попробуйте, поэкспериментируйте. Обязательно напишите мне, какие рулетики из лаваша делаете вы, какую начинку добавляете. Я думаю, с любой начинкой по вкусу будет вкусно. Но сегодня мы делаем пицца-рулетики. Порезала зелень. Теперь по вкусу сюда добавляю. У меня здесь примерно где-то 2 столовые ложки сметаны. И вот 1 столовая ложка любимого вашего кетчупа. Какой у вас есть в холодильнике, тот и добавляйте. Кто любит поострее, пожалуйста, можно добавить даже поострее. У меня это кетчуп неаполитанский. И добавляем сюда сыр. Сыра у меня тут натерто 3 вида. Добавляете любой твердый сыр. У меня маленькие кусочки в холодильнике были, я их все сюда потерла. Все хорошо перемешиваем. И наша начинка для пиццы-рулетиков готова. Обязательно по вкусу посолите, либо добавьте черный молотый перец. Можно добавить сухого чесночка сюда, но это тоже по вашему вкусу. Я солить, наверное, не буду, потому что у меня здесь такая солоноватая сырокопченая колбаска. Все, посмотрите, вот так вот все получилось. Начинка должна быть чуть-чуть влажноватой, от этого она будет очень-очень сочная. В сковородку наливаем немного масла. Распределяю по сковородке и нагреваю. Много масла лить не надо, чтобы наши рулетики не плавали в масле. Просто так, чтобы сковородочка была не сухая. Теперь берем лаваш. Я его порезала вот на такие уже квадратики, жареной стороной вовнутрь. Кладем начинку. Заворачиваем в рулетик. Так, начинку я все подбираю. Заворачиваю в рулетик плотненько. И отправляю на сковородку обжариваться. Вот так получается. Делаю точно так же все остальные рулетики. Накладываем. Можно сделать такие очень вкусные сытные трубочки с собой даже на пикник, кто собирается. И отправляю на сковородку. Обжариваю с двух сторон. Выкладываю на сковородку. Обязательно выкладывайте швом вниз и обжариваем.
Пицца, рулетики готовы. Они получаются вот такие красивые и очень-очень вкусные, сочные внутри, так как очень много там вкусной начинки. Экспериментируйте, пробуйте. Сейчас я обязательно вам покажу, что внутри у такого рулетика. Я разрезала. Вот так вот пицца рулетик выглядит внутри. Посмотрите, насколько он сочный, сколько много начинки и тонкий слой самого рулетика из лаваша. Пробуйте, готовьте. Это невероятно вкусно. Можно завернуть в пергаментную бумагу, либо положить в бокс и взять с собой. Такой вкусный, сытный перекус. Кому понравился рецепт, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Не пропускайте новые интересные простые рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. Спасибо за поддержку. До свидания. Пока.